Очередная встреча в рамках проекта «Школа пациента», инициированного социально-просветительским учреждением Международный центр донорства, диализ, трансплантация, прошла на базе конференц-зала отеля «Эрмитаж». В центре внимания – вопросы трудоустройства. Люди после трансплантации органов имеют ряд ограничений, которые не позволяют им либо вернуться к тому месту работы, где они работали до болезни, либо у них возникают трудности при поисках доступной работы в нынешнем их состоянии. Вот. Также есть ряд вопросов, которые касаются программы индивидуальной реабилитации таких людей. Вопросы трудоустройства особенно актуальны для слушателей школы пациента. Пережив тяжелую операцию, справившись с собственными психологическими проблемами, люди хотят не потерять полезность, видеть собственную значимость для общества. Но в жизни достаточно часто такой человек не востребован. Совет юристов – отстаивать свои права. Также на встрече есть представители горосполкома, которые тоже дают комментарии, и я думаю, что они ответят на вопросы людей, которые пришли. С каждым разом количество участников встреч становится все больше. Вместе с пациентами, пережившими трансплантацию, приходят их близкие и родственники, чтобы не только поддержать, но и общими усилиями найти выход из сложившейся ситуации. И, как показывает практика, все возможно, если чуть-чуть верить и идти в своих целях до конца.